Парк. Все здесь готово для проведения нашего матча. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Ого, сразу 5 защитников. Да, серьезный акцент на оборону. Парк. Все здесь готово для проведения нашего матча. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Ого, сразу 5 защитников. Да, серьезный акцент на оборону. Парк. Все здесь готово для проведения нашего матча. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Ого, сразу 5 защитников. Да, серьезный акцент на оборону. Парк. Все здесь готово для проведения нашего матча. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Ого, сразу 5 защитников. Да, серьезный акцент на оборону. Без мяча играть теперь. Очень выверенный пас. Может он идти дальше. Ждут партнеры решения тут. Самый короткий путь к цели по прямой. Кинули мяч вперед. Удар, гол. Очень простая и быстрая атака. И соперник оказался к ней просто не готов. Еще раз смотрим голевую атаку. Еще раз восхитимся навесом. Без мяча играть теперь. Очень выверенный пас. Может он идти дальше. Ждут партнеры решения тут. Самый короткий путь к цели по прямой. Кинули мяч вперед. Удар, гол. Очень простая и быстрая атака, и соперник оказался к ней просто не готов. Еще раз смотрим голевую атаку, еще раз восхитимся навесом. На такие можно смотреть долго. И пробил классно с этим составом. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Ого, сразу 5 защитников. Да, серьезный акцент на оборону.